Революции создают романтики, исполняют фанатики, а пользуются плодами негодяи. Революция или переворот мы пока не можем понять. Но то, что там происходит ненормальное, надеюсь, сейчас пройдут выборы без вмешательства России и Европы и Америки, демократичные. И тогда я уверен на 100%, что наши отношения восстановятся, и мы также будем вместе, и также будем, как и раньше, общаться, дружить, работать, жениться. У нас все будет хорошо, уверен на 100%.